Сколько часов прошло после исчезновения, а новостей все еще нет. Они бы позвонили, если бы им нужен был выкуп. Может, они с Ильясом связались? Нет, мама Фатма. Нам бы сказали, если бы они позвонили Ильясу. Он же знает, что мы тут с ума сходим. А если Мимо не найдется? Если мне нужны деньги, никто не звонит. Тут что-то другое. Я даже боюсь сказать о том, что думаю. А я не иду против Всевышнего. Но как долго он будет испытывать меня? Забери меня, наконец, к себе. Ты лишил меня сына. Так хотя бы внука не лишай. Я прошу тебя. Мама Фатма, умоляю тебя, не думай сразу о плохом. Полиция всех поставила на уши. Они найдут малыша. Мамочка Фатма, выпей. Я обе. Тахир, никто ничего не ел с самого утра. Может, мне приготовить сэндвич? Что там с ним делают чужие люди? Он уже все понимает. Ему через 2 дня исполнится годик. Мой сладкий. Кто знает, где он будет в свой день рождения? Возвращайся, пока не найдешь моего сына. Сыночек. Ильяс? Ильяс? Когда ты приехал? Я не знаю. Я без понятия, что происходит, что я делаю, где я нахожусь. Как там Асия? А как ей быть? В результате я причинил ей самый большой вред на свете. Я даже не смог позаботиться о нашем сыне. Я лишил ее ребенка и надежды. Не падай духом. Вас заманили в ловушку. Ты хороший человек. Все наладится. Женщины в доме. Они в ужасном состоянии. Они все нуждаются в тебе. Вставай, вставай, поднимайся. Идем. Мама. Сыночек. Мамочка. Ах, дорогой мой сыночек.